Рок-хиты в исполнении Щелковского духового оркестра прозвучали в театральном сквере. Я свободен от любви, от молвы, от вражды, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра. В моей душе нет больше места для тебя. В рамках первого молодежного музыкального фестиваля «Sound Square» солисты оркестра Алена Белоусова, Екатерина Мелехова, Полина Матюшина, Сергей Есин и Александр Югорский исполняли популярные рок-композиции «Еруб», «Арии», «Алисы», «Эсидиси» и других групп, которые уже не раз вызывали овации в стенах театрально-концертного центра. Каждую пятницу этого лета в 20:00 в театральном сквере жители ждут выступления солистов и музыкальных групп. Программа фестиваля включает концерты в разных музыкальных направлениях – от классики до рока, от джаза до артхауса. Вход свободный. В ближайшую пятницу, 28 июня, выступит кавер-группа «Рок FM Band». Присоединяйтесь! Евгения Корыська, Владислав Реус, Щелковское телевидение.